друзья, сегодня я вам покажу, как получить замечательный меч по имени Яма. Итак, для начала вам надо убедиться, что вы грохнулись хотя бы 20 элитных пиратов. Узнать, сколько вы можете у этого элит хантер, нажав на прогресс. Элитный пират спавнится каждые 15 минут. Поэтому вам будет довольно легко их грохнуть. Итак, кстати, этот чел еще и говорит вам, где он спавнится. Вот, к примеру, например, потому что я только сейчас зашел, и тут никто не спавнится. Например, Урбан Гидрозов или что-то еще. Итак. Нам надо пойти вот сюда, вот, конечно, если у вас есть портал. И вот в этот вот второй портал. А именно, и после того, как вы пришли в Гидроостров, здесь есть один маленький водопад. Ну, как маленький. Не очень даже не маленький. Вот. Вот у этой вот штуки. Здесь вот он, водопад. Вот. Будем спускаемся. Вот. Разрушаем эту стену. Можно ее не разрушать, если у вас есть мощь. Если вы хотите ее разрушать, можете с масштабом сюда прийти. Вот этих вот призраков вы можете не убивать. Но чтобы они вам не мешали, можете убить. Вот. После того, как мы их грохнули, нам надо пойти вот этот меч и кликать. Вам просто надо надеяться на удачу. Это дело в удаче, а не в донате. Это просто удача. Но я не могу кликать, потому что он у меня уже есть. Вот так вот, это довольно просто. Ну, в следующем видео я вам покажу, как получить радужный цвет каки. Всем пока!